скрошит синий лед, и опрокинется в капель. Когда моей звезде приснится ледоход, и в этот мир войдет апрель, я ухожу в метель, туда, где только снег. В моих глазах печаль. И двигатель, конечно, 150 лошадей чувствуется конкретно, у него поддает серьезно. В лицо это не нужно абсолютно. А так, конечно, в просторах поддать, если есть такое большое желание, конечно же, это можно действительно сделать хорошо. Ну и он тебе полегче, да, он тебе, наверное? Там? У него же 50-й, да, идет? И поэтому не сколько там какая разница, килограмм 10 там, наверное, да? Килограмм 10 разница есть. Так что рекомендую, хорошую машину, замечательная. Подвеска, управляемость. Очень большая разница между рычагами и между вот такой. Тосок сантиметров всего. Подвеска с гнутыми рычагами более валкая. Из 10 сантиметров всего-навсего. Ну это лучше тебе понравилось? Нет, ну и управление. Мне лучше вот этот. А, вот этот. Да. Тени
что